через 2-3 он будет выставлен в галерею Майстра. Тот гобелен, который сейчас там есть, гагринские купальщицы, решенный в сине-зеленых тонах. Я его сниму и повешу вот эту композицию, гобелен 2 на 2,40. Тоже называется «Поход в Месопотамию». Работа поедет, эта композиция, этот гобелен в Москву на выставку, потом еще, видимо, в другое место, и, скорее всего, он не будет просто больше в Гродно. Поэтому я решил его выставить здесь, в Гродно, показать его своим друзьям и тем, кто интересуется моим творчеством. Собственно, вот такая вот цель. Работа над этой композицией шла очень долго, с 92 года, в 97 я закончил ее. И практически, ну, где-то 3 года назад я закончил эту композицию. И я ее делал 2 раза в гобелене небольшого размера. Мне надо было проследить какие-то моменты, которые бы я использовал в большом формате, или от которых бы я отказался тоже. Вот. Ну, собственно, что и получилось. И также у меня есть роспись на шелке тоже. Тоже эта тема, где-то приблизительно метр на метр композиция. Почему поход в Месопотамию? Ну, я уже говорил, что название не очень-то важно, но поскольку я очень увлекаюсь историей, археологией, древней историей, и в частности вот район Месопотамии мне очень интересен. И все мы знаем, как Александр Македонский стремился на восток между Тигром и Евфратом посетить эти земли. И почему он это делал? Я думаю, что не столько это делалось для того, чтобы пограбить. Была цель еще немножко другая, но это уже другой разговор, и надо много времени для этого. Ну, поэтому я и назвал «Поход в Месопотамию». Вот с правой стороны, в профиль, это условно, будем говорить, Александр Македонский. Ну, естественно, со своими девушками, рабами, связанное все со зрелищем.
еще в годы, когда я учился в художественной школе. Собственно, я очень большое внимание уделял и интересовался Полем Сезаном, который и является в современном искусстве человеком, который преподнес решение и подход к форме таковым, что повлиял очень серьезно на все современное искусство XX века и XXI века. К сожалению, правда, в наше время сейчас переживает упадок именно это отношение к форме. Это во всем мире происходит. И многие вещи подменяются повествовательным рассказом, литературным изложением изобразительности, что, я считаю, это очень пагубно действует на современное искусство. И плюс ко всему еще сейчас очень модные веяния — это инсталляции. Я ничего против не имею инсталляции и хороших инсталляций. Но дело в том, что полностью забывается изобразительность. И когда забываешь традиции, это в конце концов приводит в тупик. Не надо повторять то, что делали до нас художники, но они всегда передают нам эстафету. И если ты не взял этой эстафеты, то непонятно, откуда ты бежишь и куда бежишь. Это тоже тупик. Я думаю, что это может продолжаться еще на протяжении 20-30 лет. Вот. Стремиться упростить что-то? Нет, не упростить что-то, а надо вспомнить то, что делали, вот, скажем, модернисты, такие художники, как Пикассо, Жорж Брак. В архитектуре это Ле Корбюзье, Райт, Мисс Ван де Рое, Малевич. Вот Малевич тоже, видите, неоднозначное, да, какое-то есть отношение к нему. Одни умиляются, я коротко уж скажу, в том плане, что как это здорово, потому что над ними давлеет такой великий художник, будем говорить, 20 века, а другие его ругают, объясняя тем, что ну и я так могу квадрат нарисовать. Да, квадратик нарисовать можно, но дело в том, что и те, и другие не правы. Конечно, там умиляться нечему, но и ругать нельзя. Почему? Потому что это художник для художника-дизайнера, экспериментатора. Ну, грубо говоря, для ученого-художника, понимаете? Не для зрителя. И если бы Малевич сделал только один квадрат, он бы не был Малевичем. Но он пришел к квадрату, и вот этот путь, когда он шел, да, это очень большие разработки. И его можно творчество проследить как от квадрата к началу творчества, так же, как и от начала творчества к квадрату. И это есть формула, по которой сегодня художники-дизайнеры во всем мире пользуются этой разработкой. И даже человек, который его ругает, он носит одежду порой, которая основана на разработках вот Малевича. Но сейчас мы идем дальше, рамки раздвинулись, искусство более широко может представлено, понимаете? И хотя сам по себе вид изобразительного искусства, скульптура очень консервативен. И если живопись претерпевала большие изменения, революции, такие как импрессионизм и прочее, прочее, то скульптура шла очень таким медленным, не особенно не отклоняясь ни влево, ни вправо. И вот возьмите, но это мое понимание скульптуры. Я ни в коем случае не навязываю свое мнение никому.
Но говоря вот о своем творчестве, я вынужден говорить и о таких моментах в искусстве, потому что для меня они значимы. Я не пришел откуда-то и не иду куда-то, понимаете? Вот. И, скажем, вот 18 век меня совершенно не интересует в плане пластики. И 19 век, пожалуй, тоже. И вот начиная только вот с Майоли, вот современное искусство, да, который тоже очень большое внимание уделял Сезанну, хотя он скульптор. Но именно Сезанн указал путь и скульптуры тоже. И вот, скажем, Аристид Майоль. И в то же время появляется Роден. И вот Роден, например, он великий мастер, но мне он менее интересен, потому что это ветвь такая импрессионистическая в скульптуре, которая потом не нашла своего отражения. Точно так же, как мне совершенно не интересен Бернини, это барокко. И если брать о скульптуре того периода, вот эпохи Возрождения, то мне, например, ближе конная статуя Кондотьера, одну сделал Вероккио, а другую Донателло. Вот Донателло, например, более ранее. Чем ближе к Триченту, к раннему Возрождению, тем искусство мне более интересно. Такие художники, как Гирландайо, Мазаччо, Джотто, Пьеро делла Франческо, они все являются единомышленниками и Майоля, и Сезанна, и помпейские фрески, и греческие, римские скульптуры. И вот, видите, в разное время, в разную эпоху они жили, но я бы к одному пласту в искусстве их отнес. И сам я не то, что себя отношу, конечно, нет, это не мое дело уже, но я учусь у них. И мне этот путь очень интересен. Вы понимаете, это очень сложный вопрос. И если я скажу как-то, то зритель может обидеться. Если скажу неправду, зрителю будет приятно. Но как быть? Дело в том, что не в упрек будет сказано зрителю, но он не виноват. Его никогда не учили, ни в школе. А если учили, то учили через литературу, через повествование, через рассказ, кто как смотрит. То есть учили, как смотреть на картину, скажем, эпохи передвижников. Вот там можно рассуждать, там психологические моменты. А современное искусство совершенно, совершенно громаднейшая пропасть. Я думаю, зритель чаще будет, сегодня есть такая возможность через интернет смотреть произведения художников 70-х годов, до 70-го года, до 80-го, современное искусство. Но я думаю, тем будет лучше. Потом есть искусствоведы, ведь искусствоведы не все понимают, что это такое. Художников много, все, вернее, тех, кто заканчивали художественное образование, высшее, не все же являются художниками. Точно так же не все искусствоведы, закончившие высшее образование искусствоведческое, являются искусствоведами, хотя их гораздо меньше. Гораздо меньше. Это просто единицы. Можно быть на каком-то уровне, ведь искусствоведение не сводится к тому, сколько у художника было любовниц и сколько у него детей, и название картины, когда они сделаны. А вот искусствознание, вот знание искусства, я бы так сказал, вот это сложнее, когда можешь одно направление художника соединить с другим и с другой совершенно эпохой, найти что-то общее. И что-то, ну, естественно, что-то общее и что-то новое, чего нет. И,
и понять, откуда он идет, куда он может прийти. Вот это сложно. И вот был великолепный искусствовед Адольф Гильденбранд в переводе Фаворского. И он написал такую небольшую брошюру «Проблема формы в изобразительном искусстве». Ее изучают, насколько я знаю, во всех вузах по изобразительному искусству. Но изучать одно, а другое дело до конца понять, в чем дело. И также есть еще, если не ошибаюсь, Роджер Фрай, если не ошибаюсь, английский искусствовед. И он более неизвестный, у нас его не знают, потому что он не переведен на русский язык. И я, честно говоря, тоже его всего не читал. Но я читал какие-то абзацы, которые мне переводили. И это величайший искусствовед вот нашего времени. Вот. Но тоже не самый современный вот такой. Ну вот... Тоже человек, который пишет о форме. И вот в том направлении, о котором я вам говорю. Вот когда делаешь, вот заканчиваешь этап, да, и приходишь к какому-то результату, что очень ценно, что самое ценное, ты видишь, на какую работу она тебя толкает дальше. Вот это и есть движение. Когда она тебя не продвигает, не толкает, это плохо. Это остановка, это станция. Художник, биологически человек может жить, но как художник это мертвое состояние, остановившиеся часы. Вот. Каждая работа должна тебе указывать путь, как идти дальше.